Ну, в принципе, на станке на фрезер нам накрыли щеки. Фрезер у нас получается вот такой зубрик. АЗФ 19D0ZK. Вот, мощностью 1900 ватт. Ну, с регулировкой оборотов, всего остального, это, в принципе, не очень интересно. Вот, проработал он у меня уже 2 года. Ну, естественно, тут уже щетки менялись, наверное, неоднократно. Сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5. В меру того, что напряжение у меня тут достаточно слабенькое. Вот, но сейчас вот поменяем щетки. Вот такая вот одна щеточка. Видим, сработалась она больше, чем на 70%. И вот такая вот неприятность у нас случилась со второй щеткой, и возможно придется подпаивать эти контакты. Работа пока встала, пойдем искать щетки. Ну что ты меня на фрезер? Ну понятно.